Блядь, не хуй, хуй хоть одно, чего сделал, блядь. Мы сделали сравнить зато. Бывает. Так у меня он Бывает. был, блядь. Один раз делаешь. Все впереди еще. Сегодня очень плохой рейд просто, реально очень плохой. Типа, чтобы Бля, ачивы делать. последний поход сюда, бля. Я ебал нахуй убивать, чтобы они вот так вот купили по 2-3 часа, блядь. Ну, обычно Блин. рейд нормальный, ну, лучше гораздо. Вся проблема, знаешь, в чем была? Вот этот Хейзенберг шаман, да? Вот он падал три трая подряд. Он, ну, фула там, сколько там, 0, блядь, косарь ГС, короче, он, 2 косаря от хила было. А потом 2 друида, хуй знает, что они там делали, блядь, походу нихуя не делали. И алп Да, бля, исчезли. это, ну, на 4КГ, ну, Так ты видел, что рейд, ну, одна звезда взорвалась, и они хуёво захиливают. Вот шаманы должны быть изначально такие, вот, как у косарь, у козыря, охламонщика, блядь, фогу в эрдрус пикайте, блядь, нахуй сова нужна. а что вам помешало спекнуть других хилов? То, что мы не знали, что Хейзенберг так будет падать по КД. Просто А то, что больше никто не пошел. он так его критикует, потому что тот его нахуй послал. За 3 часа не могли понять, да, что ты Да, будет пикать. дайте это. Шкафаните. Сейчас зайдет еще один человек. Тоже Мы всех спокойно все поменяли. убьем. Джаспанк, триксуешь всегда каноба. Эникей пати пишет. Джерем, ты будешь заводить созвездие? Ты ДКшник? Я ничего никуда не буду заводить. А, ну созвездие я могу и позаводить, но это такое. Сейчас человек зайдет, будем бить 24. Могу кем-то зайти побить, если слоты есть. Зайди, побей, кем хочешь, мне все равно. Буду шаманом 4 КГС. Зайди, шаманом побей. Если Лек зайдет, на каре сдохнет. Это было уже такое. Не Ничего оставайся на варе, страшного. какой БР? Тут, блядь, Зимс на 4 КГС, он говорит БР, блядь. Да, блядь. 4 КГС, блядь, каноп, это в мечтах только. Бля, да я его убивал в 4 КГ страдался, блядь. Правда. Ты видишь, тут рейд 6 хилов было, и, блядь, мы падали просто от незахила. Сука. Потому что они так играют, потому что, блядь, кара падает, блядь, Амелики, ну, не набирают раньше, там, по-моему, 16 метров или 12, я не помню точно. Джем, 10 16. отойдешь, уже не сдохнешь. Кто там Ну, что куда 5 метров, заводил? Кто блядь. был на этих созвездиях? Какой танк? Был охламончик. Кто-то, Ну, блядь. это хамончик, будешь, короче, дальше заводить. Дай патик, блядь. Сумму. Знаю. Тыкнуть. Жмите на сумму. Вон там 20 минут осталось. 2 трая. Ну где там Один один? трой. Да один трай, а одно Экспресс убийство. тактика, кто и БРК. Все очень-очень просто. Есть красная метка, которая находится ну, которая возникает в рандомных местах. От нее надо отбежать на 3 метра. Все. 3-4 метра. Да, ДЦ блядь, вас какие считают, вы, 4. короче, крутые пацаны. Второе. Забегаем в порталы, оставляем 2 портала. Все. Третье это созвездие. Не бить массой. Все, больше ничего не надо. Слышишь, 3-4 метра там 1005 Знаю, что дамага там хилит. 5к дамага, там оно захиливается, все шипе. Я вот ДК отбегал на 2 метра, и там меня било на 2400, ничего я не умирал. У меня был щит ДЦ, сбивается щит ДЦ, 2400 получается, шаманом захиливается. Ваня, ты тут? Ванек. Иван. Вышел ты наконец-то пулем. Да-да-да. Белин, ты тут? Люцифер, Гутербол. Каск. Почему нету пришествия до сих пор кулака на ДК? Сколько раз Да говорить? что ты ко мне пристал с этим кулаком? Так и вот так. Гони его, блядь, в шею. Кулак на ДК. Один кирпич, дайте Три шкаф. порога. Он пускай стринка был. Будет ТДД? Да.
Да, дайте мне кулак и каску. Ставь метки, если что. Так, отлично, Гера дается с пула. Че, Лена, ты в РК? А, отлично. Экспресс-тактика для тебя. Не стоишь в красных лужах, заходишь в черные дырки по команде и... все, вроде бы. Кто подбивает, кто может подбить звезду? Кто классный пацан? О, отлично. Вы не запускал? Не, не запускал. Альпич, ты тут? Заходи кем-то. Кто там раздал каски там? Будете пулить, крикните. Ваня там дорога. Раздай каски, Белин. 3 часа жизни у Вани ушло. Да, это подкаст только же тратит. Да бля, ну потому что ну пиздец, я тут заебался уже вайпаться сегодня, нахуй. Причем это при том, что мы не бьем, блядь, хэм, блядь, мы бьем, блядь, обычку ебать. Так, что там сумнулся, да? Дайте сове баф. Каски, каски, раздай, блин, каски, каски. Блин, ты тут? Все, человек на бафе готов, Ваня, ты готов? Вот Хазарак, пришествие, Альпи, Шхир. Там Белин вылетел. Белина нету. Где он? Белин, ты тут? Я захожу, подожди мимо. Ну так заходи, ты вылетел? Ну да, я сейчас зайду, подожди, пожалуйста. Я жмав и каски придешь. Дайте каски, блин, оф, пока он зайдет. Веселочка, бавни по всем каски, пожалуйста, пока блин офнулся. Стримка пускай даст каски, блядь. Сейчас пока он нахуй зайдет, блядь, уже время кончится, блядь, алгалон исчезнет. Чё не кончится? А ты чё, у тебя комп перезагрузился или чё? У меня в комнате слишком жарко, он вырубается, блядь. Понял, а ты в РК сиди, а комп включен уже, да? Всё, давайте чек на баф и готовность. А сколько у тебя в комнате температура? 45 градусов? Не знаю, блядь. Комп там вырубается при, я знаю, при 110, наверное, на проте, если нагрузка. Ну, плюс, припустим, у тебя 45 в комнате и 90 на проте. Ну, ладно, это ничего. Ваня, мы запускаем, ты тут, Ванек, Ваня? Ваня. Наконец-то возродились. Да, все, давай, Ваня, начинай, все, давай, отлично, погнали. Смотрим по сторонам. Все проговаривается полностью, все, пулится босс. Только звезды и побеждайте меня. Звезда отлично, массами не бьем в мили-зоне. Не бейте массами вары. Звезда в мили-зоне. Смотрим кара. Гоните кара. Отошли от мили-зоны. Супер, бьем босс. Эту в мили-зону не надо закрывать. Вот в мили-зоне, где стоит квадрат, сейчас поставлю квадрат, не надо ничего закрывать. Вот туда мы будем все заходить. Звезда на квадрате, все отлично, между двоих, вот эти две не закрывают. Кара ушли, ушли из-под босса. Забрал Катасава. Смотрим, сейчас будет опять кара. Мили-зона ушли, только не забежали случайно в ту херню. Бьем. Отлично. Смотрим, суровый удар. Между вами есть две метки. Я скажу, когда в них зайти. Не надо ничего закрывать сейчас. Прям суровый. Отлично, суровый. Зашли в метки, зашли. Зашли такие в метки. Побегали, попрыгали. Смотрим, там темная сущность бегает. Все хорошо. Кара, вышли. Ага. Смотрим, кара. Ничего страшного, бьем босса. Взрывается метка. Подними Клота. ЧП нормально. Еще одна в мили-зоне, выйдите. Хламон, подними Клота, пожалуйста, Хламон.
Отошли от мили зоны, отошли, проводи, проводи, блин, блин, на себя протяни босса, на себя протягивай, на себя, красава, давай, 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 шире, шире шаг. Идем дальше. Смотрим метка, метка у стены справа от этого. Третий квадрат, вот в квадрат будем заходить. Вот слева, слева не закрывай. Не закрывать. Кара, 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 ушли от босса, ушли, ушли, ушли. Попросил не закрыть, а мы закрыли. Смотрим, сейчас будет кара и суровый. Зоны, звезда и кара. Смотрим кара и зашли, зашли все в портал. Смотрим опять сущности, тут всякие красивые, бегают, мне телефон звонит, супер, сейчас меня куда-то вызовут, наверное. Все, добивайте босса без меня, и ушел говорить. Сейчас переведем. Все, перевели, да. Если будет суровый, забежите второй, все, био, кара. Да тут его добьют до сурового. Что у меня там, кара убила, наверное, Рога, да, я поговорил по телефону, все, давайте, добивайте. Рога тоже. Кара, отошли от горизон. Он первый раз убил. Убили босса, красавцы, молодцы, туда-сюда. Лол, блядь. Я поговорил по телефону, отлично. Ух ты, под наблюдением. Все, я вам релли только из-за этой ачивы под наблюдением, чтобы мне было классное звание в Долоране. Больше не рассчитывайте на эту фигню. Давайте этот ключ. Квестовые предметы на ДФБ, может быть, вам пригодятся. Свидетелем того, как галактики рождались и умирали в мгновение ока. И все время я... Перчатки на ДФБ неплохие. И безразличным. Я скажу, как Серхио Рамос, заплатите мне, я свалю. Ничего. Триллионы загубленных судеб. Неужели все они были подобны вам? Неужели все они так же любят... Похоже, ваша сила кроется именно в несовершенстве. Дарованная вам свобода воли позволяет пренебрегать законами космоса и выходить победителем. Наручи кожаные. Создания титанов оказываются бессильны. Я изменил код отклика. Ваша планета будет спасена. Я больше не могу полагаться на свои расчеты. Так, теперь внимание, уешки. Что на люди все. Энергии. Ищите в небесах. Это хвост комета не упал? Нет. Отлично. Вот эти штаны руки все. Пусть моя судьба не требует. 92, да? Если сигнал не будет передан. Веселочка. Планеты запустим. 97 есть. Свой мир. Там квота 97. А, квота, да. Так, и давайте 10 сферок, которые упали за этот рейд. Селочка. Рога 99. Все, не ливайте там, сейчас я накину ЕП.